Знаете, есть такая поговорка: доброе слово, оно и кошке приятно. Так и мы, ведущие, личности очень ранимые, поэтому нам лишь всего достаточно, чтобы наши слушатели сказали нам о том, как они сильно нас любят. И это для нас наивысшее счастье. Сматериться однозначно. Ну, я думаю, что это, наверное, чих. Ну, или любой другой естественный звук человека. Вперед! Из песни «Ничего, никогда не бойся, все будет хорошо».